Всем привет, меня зовут Самир, и это видеообзор автокресла Britax Roamer Trifix 2 iSize от супермаркета Карапузов. Trifix 2 iSize рассчитана на детей с ростом от 76 до 105 сантиметров, то есть примерно от года и до 4 лет. После того, как вы выросли из автолюльки, у вас есть два варианта. Либо купить специализированное кресло группы 1, либо купить универсальное кресло группы 1, 2, 3, рассчитанное от 9 месяцев и до 12 лет. Возможно, кто-то из вас считает, что бессмысленно покупать автокресло на такой короткий период. Но вы должны знать, что кресло группы 1, 2, 3 – это компромиссное решение. Оно не может обеспечить вашего ребенка таким же уровнем комфорта на весь период пользования, как автокресло, соответствующее конкретной категории. Trifix 2 iSize относится к премиум линейке Britax'ов, поэтому если вы ищете для своего ребенка лучшее по комфорту и безопасности автокресло, то это точно одно из них. Trifix 2 iSize – это уважаемое кресло для уважаемых людей. Автокресло Trifix iSize производится в Германии, и на него предоставляется 2 года официальной гарантии на территории Украины. Высокий уровень безопасности обеспечивает корпус с глубокими боковинами из гибкого пластика первичной обработки. Или с глубокими и с гибкими не надо в одно предложение ставить. У зрителей пускай ответят на этот вопрос. Trifix оснащен встроенной системой боковой защиты SICT, которая снижает нагрузку от бокового удара на 35%. V-образный подголовник из плотного пенопласта обеспечивает дополнительную безопасность и правильное положение головы ребенка вне зависимости от возраста. Потянув за кольцо сверху, его можно отрегулировать одновременно вместе с ремнями безопасности в соответствии с ростом ребенка. Предусмотрен наклон чаши в 4 положениях от сидячего до полулежачего для уснувшего пассажира. Для того, чтобы ребенку было комфортно сидеть, особенно в поездках на дальние дистанции, сиденье оснащено мягкой подкладкой из вспененного полиуретана. Смягчающими вставками также оснащена нижняя часть и боковины чехла, так что ребенку всегда будет удобно находиться в кресле. Чехол серии Premium Line имеет плотную структуру, хорошо держит форму, износоустойчив, и его можно снять для стирочки. Кресло крепится в автомобиле с помощью системы Pivot Link Isofix System. Pivot Link Isofix System. Ну, нормальное название. Это сложное название предусматривает фиксацию кресла в машине изофиксами и якорным ремнем. Зеленые индикаторы на изофиксах и ремнях сигнализируют о правильной установке. Система предотвращает опрокидывание при фронтальном столкновении и значительно уменьшает риск травмы головы и шеи ребенка. Ребенок в автокресле крепится пятиточечными ремнями безопасности с мягкими накладками с нескользящим покрытием изнутри. Перед посадкой ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку в основании, чтобы усадить ребенка, а после натяните их, плотно фиксируя ребенка в кресле. По результатам краш-тестов немецкого клуба автолюбителей ADAC, а также Stiftenwarentest, автокресло Trifix iSize имеет высокие оценки безопасности Good 2.1. Trifix iSize – это прекрасный выбор после завершения пользования автолюлькой. Оно обеспечит вашего ребенка необходимой защитой и премиальной комфортабельностью, а его стильный дизайн прекрасно впишется в интерьер вашего автомобиля. Стоимость автокресла 9960 гривен, но до конца февраля 2020 года действует акция минус 10% на все автокресла Britax Roamer. Поспешите! Заказать автокресло можно в нашем интернет-магазине karapuzov.com.ua, а также в наших супермаркетах город Сумы ТРЦ Атриум и город Харьков ТРЦ Французский Бульвар. Вперед туда! Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать новые полезные видео. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех наших новостей в Facebook и Instagram. Я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч. Пока.